заряжает меня, и нам вполне этого достаточно для того, чтобы улыбаться на протяжении всей тренировки. Да? Да. Как будто ты прячешься за нее, да. Начинаете, да. Так я поняла. Я всегда задумывалась, какое следующее движение, и буду задумываться, потому что я не стану профессионалом за то время, пока я участвую в проекте. Это невозможно. Для меня каждый прокат и каждая тренировка – это все равно и умственный процесс в том числе. Ну, тоже красиво, мне кажется. Робка, ты что, с ума сошел? Честно говоря, мы очень долго думали, какую композицию выбрать. Ну, в конечном итоге мы остановились на Николае Носкове. Вот, и выбрали композицию «Исповедь». Она очень серьезная, она очень глубокая по смыслу. И она достаточно трудная для меня по катанию. Вот, поэтому в этом номере я уже вообще полностью отдалась Роме, доверяю только ему какую-то чутью, где и когда что нужно сделать. Конечно, было тяжело ставить немножко, поскольку все-таки все время хочется какого-то развития именно в музыке, усиления музыки. Но ну как-то вроде тьфу-тьфу-тьфу, вроде получилось как хорошо. Как ты это сейчас сделал? Это его коронная. Наверное, это на удачу Роман повторила перед выходом на лед. Юлия и Роман танцуют под песню Николая Носкова «Исповедь».
Браво. Правда, браво. Это очень смелый номер. Вот эта жилетка на Юлии, это то, что называется поясом шахидки. И она танцевала жертвой, заложницей обстоятельств весь номер. И передала все эмоции, которые у такой жертвы могут быть. И Роман в его состоянии на льду читалось иногда сострадание к жертве, иногда жестокость. Роман очень артистичен, он все это замечательно передавал. Мне даже не хочется обсуждать технику катания, потому что все то, что ребята готовили, все в этом номере удалось. И удалось, вот кроме, пожалуй, этой поддержки, где дрогнула на какой-то момент Юлия, но Роман ее успел подхватить. Все остальное технически было выполнено на 6 баллов.